Скандал с аварией на Крымском мосту в Москве набирает обороты. Предполагаемый виновник страшного ДТП теперь жалуется на потерю памяти. Он не помнит, как на Феррари за $1 миллион в ночь на пятницу протаранил сразу две машины. 18-летний Томас, как его теперь называют, бриллиантовый мальчик, устроил гонки по встречной. Дорогой спорткар сгорел дотла. Виновник дает показания. Ну а его охранник или, по другим данным, родственник за нападение на журналистов и полицейского арестован на 2 месяца. Сам мальчик и его верные слуги, по всей видимости, перепутали берега или вообще представления не имеют, что живут в правовом государстве, в котором все должны руководствоваться законом.